день добрый. Мы вместе с Мусей и партнером нашей программы компании «Эталон Днепр» рекомендуем вам смотреть исключительно хорошие фильмы. Ну а пока они не вышли, можно посмотреть трейлеры к этим фильмам. 11.22.63 совсем скоро появится на экранах. Это мини-сериал, поставленный по одному из лучших романов Стивена Кинга. Абсолютно шикарное кино. И очень интересный режиссер Кевин Макдональд, один из тех, кто сделал этот фильм «Последний король Шотландии», вы наверняка помните, «Черное море», очень стильный и сильный режиссер. Вот 11.22.63 доверили ему, а главную роль играет Джеймс Франко. Фильм должен получиться очень большой. Да, кстати, там еще Крис Купер играет, еще много замечательных актеров. Это то кино, которое пропустить ни в коем случае нельзя. 11.22.63. Я тебе кое-что покажу. Кое-что безумное. Зайди в эту кладовку. Осмотрись там. А потом я все тебе объясню. Это был 60-й год. Я хочу, чтобы ты вернулся туда и предотвратил убийство Джона Кеннеди. Продюсеры Джей Джей Абрамс и Стивен Кинг. Вы не местный, я прав? Тебе здесь не место. По мотивам романа-бестселлера. Я не знаю, Освальд ли это сделал. Остальное выяснишь уже на месте. Видишь ли, прошлое не желает меняться. Когда соберешься что-нибудь изменить, почувствуешь сопротивление. Убийцу человека можно назвать по-всякому, но только не храбрым. Мистер Андерсон, это мисс Данхилл. За новое начало. За нарушение правил есть цена, и ее придется заплатить, чтобы все исправить. Мы на мушке у ЦРУ. И что нам теперь делать? Тогда убьешь Освальда. Все, что ты говорил, ложь. ноября 1963 года. Это было практически все на сегодня. Мы напоминаем, что завтра вы посмотрите программу ТОП-5, что посмотреть на выходные, и узнаете об условиях розыгрыша подарков от партнеров нашей программы компании «Эталон Днепр». Очень рекомендуем, смотрите, радуйтесь и, естественно, получайте замечательные подарки к Дню Святого Валентина. Мы с Мусей рекомендуем участвовать в конкурсе.